Ребятки, а я в Ефремове, Тульская область. Смотрите, какой прекрасный магазин. И смотрите, кто тут встречает. Михалыч, пойдемте к нему поближе. Здорово, Михалыч. Оп. Вот, ребята, такой магазинчик, смотрите, как все хорошо, уютно и богато. Так, сразу у нас, смотрите, какие классные емкости, по 1600 рублей, 60 литров. Это и для вина, и для браги. И вот как раз и баночки, кто хочет видеть процесс внутри. Вот виноделом пресс. Сейчас будет скоро актуально. Кстати, хорошая цена на такой прессик. Бочки. Тоже сейчас надо покупать, дальше все в цене подорожает. Уже с мая будет подниматься. Бочка, бутылки. Соответственно, бутыли. Что у нас тут? А, это копчение у нас и соки, копчение, пиво. Сейчас мы с вами до самогона дойдем. Вот, вот, кстати, такой вот аппаратик, единственный модель промышленная, которая сразу на делается на костре, можно чего угодно, со своим охлаждением. Смотрите, вот он, змеевичок. Вот так. Так, здесь у нас что? Это у нас арсенал примерно, да, точно. Это у нас забыл, луч, да, с тремя баночками, кто любит ароматизацию. Это у нас локомотив. Это у нас что такое? Кристалл, да? Слушайте, начал забывать уже модельный ряд. Кстати, вот эта классная плита iPlate по хорошей цене для самогончика 100 ватт шаг. Так, а это что у нас тут такое? Хозяин, 20 литров, 8000 акций. Прекрасно. Смотрите, можно и маленький аппарат по 12 литров взять. Все очень хорошо, щипа. Так, смотрим, что здесь у нас. Здесь у нас настойки после эссенции разные, хмель, соло, баки. Здесь у нас смешалки. И вот, конечно, ароматизатор тоже эссенции и дрожжи. Брагман, хорошие дрожжи был у нас. Обзор Пакмая, подешевле дрожжи. Вот есть Алкотек вся линейка, и фруты на 100 литров, и 48. Много эссенций, фруктовые дрожжи есть тоже сейчас к сезону. Все ареометры, спиртометры, различные гидрозатворы, стекло и так далее. И вот еще одни тоже емкости. Попугайчики, вот такой классный дистив, я очень пользуюсь практически там ежедневно, им перекачиваю, что-то фильтрую. Вот, есть специальные крышки для самодельных аппаратов. Вот колонна классическая с дефлегматором, двухдюймовая, разборная, которой можно все сделать. И вот такие аппараты. Здесь Элегант, Арсенал. И, соответственно, это вот интегрированные все колонны с дефлегматором, без дефлегматора. Есть даже укрепляющая колонна с крышкой. Вот, смотрите, укрепляющая колонна и крышка для дефлегматора, для ароматизации, для баночки. И полуторадюймовая колонна есть тоже разборная. То есть, в принципе, выбрать аппараты есть из чего. И вот такой большой стенд настоек разных. Алтайский винокур, лаборатория самогона. Смотрите, здесь разные настойки есть еще других производителей. Даже я таких, наверное, не знаю и не пробовал. Хотя надо попробовать. Это самогончики бренд. Вот такие вот настойки. Тоже надо попробовать, наверное, их. И много здесь видов всяких, видите, там и ягодных, и таких пряных настоек, какие хочешь, на любой выбор, и цитрусовый, и все что угодно. Настоечек можно сделать много, главное самогон, чтобы хватило. И куда упаковать наши настоечки, самогон, любой выбор бутылок, и гуала, и классические бутылки, и с пробками, и так далее. Ну и много еще чего есть. Отличный магазинчик, душевно приняли,